Ну что, мне кажется, это самый большой арбуз в дачном сезоне. Сорт называется «Подарок солнца». Сколько он весит, взвесим потом, потому что на поле у меня нет весов. Смотрите, какой красавец вырос. Вот они, парочка сладких дынь. Они уже тоже созрели. Больше похожи на порционные. Вот это килограмма на 2, наверное, 3. И вот такой вот. Зато сразу разрезал и съел. Ну вот, собрала я свою первую тележку. И арбузы у меня там еще остались. Сейчас продолжу собирать урожай. Никакой воды, мед и сахар. А, смотри, какой красавчик. Красавчик. Звенит. Раз. Два. Давайте перекидаем. Давайте перекидаем. Давай, вставай. Потому что сейчас еще тележка будет. Еще, что ли, Марин? Брала я третью тележку арбузов. Но здесь вот остались прям совсем маленькие. Наверное, я их пока оставлю. А здесь вот на этой стороне ботва еще зеленая. И арбузы я, наверное, все-таки рискну оставлю. Основной урожай собран. Иду к своей тележке, отвезу. Ну, а остальные арбузы мы посмотрим, как они себя поведут. Надеюсь, все будет хорошо.